Ну ты что, девдохи не знаешь? Ты думаешь, брешет? Конечно. Стой, стой, а чего же она мне писать перестала? Та й Ганна с Иваном, ты ж сам видишь. А это еще на гарбуза намекает. Неужели Маруся приготовила мне гарбуза? Великий советский киноактер и режиссер, маэстро, как называли его после выхода на экраны легендарного фильма «В бой идут одни старики». Его судьба сложилась непросто, а жизнь прервалась несправедливо рано, не позволив мастеру реализовать все свои творческие замыслы. Леонид Федорович Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка Донецкой области, Украина. Оттуда были родом и его родители. Отец Федор Иванович происходил из простой рабочей семьи и с 13 лет трудился на металлургических заводах Донбасса. В 1925 году женился на односельчанке Зинаиде Быковой. Они были однофамильцами. И вскоре у них родилась дочь Луиза и сын Леонид. В 1930 году семья переехала в Краматорск. Быковы поселились на окраине, в живописном поселке Прокатчиков, где и прошли самые счастливые детские годы маленького Лени. Он играл в шахматы, любил гонять мяч, бегать на рыбалку. Когда началась Великая Отечественная война, заводы Донбасса были эвакуированы в Барнаул, куда и отправилась семья Быковых. В 1945 году Леонид поступил в Ленинградскую спецшколу для летчиков. К сожалению, ее скоро расформировали, и Быков вернулся в Краматорск. По настоянию отца он пошел учиться в металлургический техникум, но через год понял, что эта профессия не для него. С ранних лет Леонид отличался артистическими способностями. Хорошо пел, прекрасно танцевал, обладал развитым чувством юмора. В школьные годы участвовал в художественной самодеятельности, пробовал писать сценарии. В 1947 году Быков поехал в Киев поступать в театральный институт, но не был принят из-за неоконченного среднего образования. Вернувшись в Краматорск, он снова сел за парту, уже вечерней школы, и через год стал студентом Харьковского института искусств имени Котляревского. В 1951 году Быков, окончив вуз, устроился в труппу Харьковского академического театра имени Шевченко, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Молодому актеру сразу дали ведущие роли в спектаклях «Как закалялась сталь» Павка Корчагин и «Улица трех Соловьев, 17» Стиляга, а через год ему поступило первое предложение сняться в кино. Впервые на экране Быков появился в роли колхозного баяниста в лирической мелодраме «Судьба Марины» 1952 год, снятой на киностудии Довженко. Дебют оказался успешным, и талантливого обаятельного парня позвали на Ленфильм, вторую по значимости киностудию страны. В комедии «Укротительница тигров» он исполнил роль старпома речного буксира Петю Мокина, безнадежно влюбленного в главную героиню. Знаешь, это только в старое время так было. Ну, если отец, мать, циркачи, так ребенку одна дорога на манеж. Ну, а сейчас чего задуматься, Алена? Куда хочешь. Эх, откровенно, шла бы ты, Алена, к нам на водный транспорт. Столько девушек хороших плавает. Ну и опять дяжа рядом. В мелодраме «Чужая родня» примерил на себя образ молодого школьного учителя. А в комедии «Максим Перепелица» сыграл практически самого себя, обаятельного украинского парня, славящегося умением придумывать различные небылицы. В числе лучших ролей того периода нельзя не упомянуть Алешу Акиньшина из фильма «Добровольцы» и Пашу Богатырева «Дорогой мой человек». Карьера Быкова на Ленфильме развивалась столь стремительно, что в 1960 году он вместе с семьей переехал из Харькова в Ленинград. В том же году на экраны вышла мелодрама «Алешкина любовь», где Леонид сыграл неопытного паренька, оказавшегося в одной экспедиции с суровыми геологами.
За 10 лет Быков исполнил 20 ролей, которые принесли ему всесоюзную известность, почет и признание. Но Леонид не хотел ограничиваться только актерской деятельностью. Он вынашивал в голове собственные идеи, которые мечтал воплотить на экране в качестве режиссера. В 1964 году он представил на суд зрителей комедию «Зайчик», в которой исполнил главную роль. Картина успешно прошла в прокате, но среди критиков вызвала неоднозначные оценки. Многие осудили попытку режиссера привлечь внимание к трагедии маленького человека, который безуспешно пытается противостоять бюрократической чиновничьей машине. Ну почему вы позволяете на себя так кричать? А у меня, Наташа, на это никто не спрашивает позволения. Просто есть кто кричит, есть на кого кричат. Ну вот я, очевидно, из тех, на кого. Да тут целая философия. В Ленинграде Быковы жили 9 лет, которые оказались для них самыми счастливыми. В их простой трехкомнатной квартире, выданной Ленфильмом, частыми гостями были Марк Бернес, Борис Андреев, Станислав Ростоцкий, Алексей Баталов, Сергей Филиппов и другие яркие представители творческой интеллигенции. Быков хорошо зарабатывал, был узнаваемым, востребованным артистом и уважаемым человеком. Но вот режиссерская карьера почему-то не складывалась, хотя у Быкова было несколько готовых интересных сценариев. Среди них особое место занимала история о подвигах советских летчиков, которую он непременно хотел воплотить на экране. По этой причине он и принял предложение от руководства киностудии Довженко, которая уже давно пыталась переманить его в Киев. Но обещанные «Золотые горы» обернулись полнейшим разочарованием. Заезжему режиссеру пришлось несколько лет обивать пороги кабинетов, прежде чем ему позволили снять картину его мечты. Основой сценария стала подлинная история о поющей эскадрильи, которой во время Великой Отечественной войны командовал легендарный советский ас Виталий Иванович Попков. На освобожденных территориях летчики давали концерты для местного населения, и на одном из таких выступлений в Краматорске посчастливилось побывать юному Лене Быкову. Реальными фактами были история любви узбекского летчика и русской девушки и привычка механика крестить самолеты перед вылетом. Фраза «В бой идут одни старики», ставшая названием фильма, принадлежала командующему 3-й воздушной армии Михаилу Михайловичу Громову, а рисунок с изображением нотного стана красовался на штурмовике героя Советского Союза Василия Емельяненко. Несмотря на это, сценарий поначалу был отвергнут чиновниками Госкино. Его назвали негероическим, и только после вмешательства ветеранов и высоких военных начальников картину запустили в работу. Фильм ждал небывалый успех. В 1974 году его посмотрели 45 миллионов кинозрителей. До этого ни одна картина о войне не вызывала такого интереса. Самые яркие фразы были разобраны на цитаты. Песня «Смуглянка» стала гимном военных летчиков, а Леонида Быкова, исполнившего роль капитана Титаренко, стали называть не иначе, как «маэстро». В 2009 году бессмертная картина была показана российским зрителям в «Цвете». У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Казалось бы, после такого триумфа перед Быковым должны были открыться все двери. Но этого не случилось, и создание картины «Аты-баты шли солдаты» было сопряжено с не меньшими трудностями. За все годы работы на киностудии имени Довженко Леониду Федоровичу удалось снять только 2 фильма. На Быкова постоянно не хватало финансирования, пленки, студийных помещений и необходимого реквизита. И это при том, что его картины побили все рекорды кинопроката, солидно пополнив государственную казну.
Быков так и не смог реализовать свои замыслы, сделать картину о Василии Теркине, экранизировать шукшинскую сказку «До третьих петухов» и снять широкоформатный художественный фильм по повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». По поводу последней шли особенно острые споры. Чиновники из Госкино с маниакальным упорством не давали Быкову снять этот фильм. А после его смерти тут же отдали сценарий Родиону Нахапетову, который в то время только делал первые шаги в режиссуре. Незадолго до трагической гибели он написал друзьям записку, которая стала его духовной исповедью. В ней он признался, что устал бороться с системой, выгорел изнутри и потерял интерес к жизни. В 1978 году Быков приступил к съемкам своей последней картины – фантастическая драма «Пришелец». Из-за трагической смерти Леонида Федоровича работа была приостановлена, и ленту заканчивал уже другой режиссер – Борис Ивченко, который полностью поменял актерский состав и концепцию фильма в целом. Картина вышла на экраны под названием «Звездная командировка», и после неудачного проката была благополучно отправлена в архив киностудии «Довженко», где до сих пор пылится на полке. Со своей будущей супругой Тамарой Кравченко Быков познакомился на вступительных экзаменах в Харьковский институт культуры. Они сразу поняли, что созданы друг для друга, хотя у девушки не было отбоя от ухажеров, да и юноша не жаловался на отсутствие внимания со стороны противоположного пола. Леонид и Тамара сумели сохранить любовь, несмотря на тяжелые испытания, которые приготовила им судьба. Их первый ребенок, девочка, умерла сразу же после родов. Молодую мать еле спасли. У Быкова тогда случился первый инфаркт. Так тяжело он переживал эту трагедию. Со временем супругам удалось справиться с этой бедой. В семье появился сын Александр, Лесь, и дочь Марьяна. Быковы переехали в Ленинград, где прошли самые счастливые и безмятежные годы их жизни. Когда Быковы вернулись на Украину, проблемы начались не только у Леонида Федоровича, но и у его семьи. Лесь, отправившись служить в армию, неожиданно попал в психиатрическую клинику и был признан шизофреником. Отец был уверен, что сын здоров и что дело в конфликте Быкова-старшего с командованием части, где служил его сын. Его пригласили на творческий вечер, но Леонид Федорович отказался выпить вместе со всеми. Но диагноз снять так и не удалось, и Лесю ничего не оставалось, кроме как найти себе прибежище за границей. Там он сделал повторное обследование, которое показало, что он совершенно здоров. Александр Быков осел в Канаде, обзавелся женой и четырьмя детьми, работал строителем. 11 апреля 1979 года Быков на своей «Волге» поехал на дачу, чтобы посмотреть, как там идут строительные работы. На обратном пути на дороге возникло препятствие в виде трактора с прицепом-культиватором, во время обгона которого Леонид Федорович выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что режиссера спасти не удалось. Водитель грузовика не пострадал и был признан невиновным. Рассматривалось несколько версий этой трагедии. Проблемы с сердцем. У Леонида до этого было несколько инфарктов. Ошибка при управлении транспортным средством. И даже самоубийство. Экспертиза показала, что актер в момент аварии был трезв и здоров. До последнего жал на тормоз, пытаясь избежать столкновения, и уж точно не собирался сводить счеты с жизнью. Смерть Леонида Быкова стала не только страшной трагедией для друзей и родственников, но и невосполнимой потерей для всей страны. Многие не верили в случайность этой автокатастрофы, считая, что таким образом власти расправились с неугодным режиссером. Публичного прощания устраивать не стали. На похоронах присутствовали только родные и близкие. Гроб опускали в могилу под звуки смуглянки. Похоронен одаренный актер и человек в Киеве на Байковом кладбище. Просьба оценить данное видео. И если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал.
Знаешь, я сам скажу, извини, маэстро. Да, я. И как в режим смуглянку. От начала и до...